Всем привет, пламенный астрологический. Ну, сегодня займемся судьбой вашей, что называется. Значит, у меня сразу просьба. Если у вас есть какие-то вопросы, включайте микрофон и задавайте их вслух. Не надо писать в чат, потому что нет времени мне там в чате смотреть. Это отнимает много времени, а нам надо идти вперед. Вопрос есть, задали вслух. Ваш вопрос наверняка будет интересен кому-то еще, раз вы его задаете в этой аудитории. Итак, тема у нас сегодня очень и очень интересная. У меня есть цикл лекций об отношениях, там очень много лекций. И есть цикл, который называется «Почему отношения – проблема номер один в мире?». Вот сейчас мы с этим и разберемся. Итак, тема отношений. Мы сегодня сконцентрируемся только на отношениях, потому что брак, семья и отношения – это разные совершенно вещи. Не все отношения заканчиваются браком, и не во всяком браке есть отношения. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Потому что семья – это одна история, брак – это другая история, отношения – это третья история. Второй и третий пункт часто совпадают, а вот первый, второй и третий – не всегда. Вы это тоже, может быть, на своем опыте уже поняли. Не все отношения заканчиваются браком. Концепция того, о чем мы будем говорить, заключается в следующем. Наша жизнь – отражение нашей кармы. У меня много на эту тему лекций, и платных, и бесплатных, много статей. Но, собственно, это концепция санатанадхарм. Я ее придумал. Наша жизнь – отражение нашей кармы. И что изучает астрология? Астрология изучает карму человека. Для чего она делает это? Для того, чтобы предсказать, что ждет этого человека. И если ждет его что-то не очень хорошее, то дать ему так называемый упай, то есть средство изменения кармы и, соответственно, жизни, раз жизнь есть отражение кармы. Говоря об отношениях, концептуально нужно понять самое главное. Любой человек, мужчина или женщина, который приходит в вашу жизнь в сфере отношений, получает от вашей кармы роль, которую он в этой жизни играет. То есть он просто-напросто артист. Как я всегда привожу пример, есть автор сценария, есть режиссер, есть продюсер, они собрались вместе, сделали фильм, пригласили артистов, раздали им роли, артисты играют роли. То же самое один к одному происходит и в сфере отношений. Не только в сфере отношений, во всех сферах жизни, но в сфере отношений – это тема нашего сегодняшнего разговора. Во-первых, во-вторых, это проявляется самым наглядным образом. Это означает, что бойфренд или girlfriend – это просто артисты, которых вы нанимает ваша карма. Вы их можете менять, тасовать, что угодно с ними делать. Каждый следующий придет и получит что? Получит ту же самую роль. Недаром говорят, чем больше перемен, тем больше все остается по-старому. Если мы действительно что-то хотим изменить в этой сфере в нашей жизни – нам необходимо изменить карму там. Точно так же, как если мы хотим в фильме что-то изменить, роли, нам нужно поменять сценарий. Но прежде чем менять этот сценарий, надо понять, что вы имеете. Может, у вас там все замечательно, ничего не надо менять, даже не трогать, что называется. Лучшее – враг хорошего. Вот мы сегодня с вами и займемся анализом того, что день грядущий вам готовит. То есть, что ваша карма
определяет в сфере ваших отношений. Отношений. Еще раз повторяю, мы занимаемся только отношениями. То есть седьмым и восьмым бхава. Если с седьмым бхава, тот, кто более-менее разбирается в джиотише, все понятно. Седьмой бхава – это бхава партнера, бхава отношений. То при чем здесь восьмой бхава? Оказывается, очень и очень даже при чем. И вот мы начнем с объяснения того, при чем здесь восьмой бхава.